Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к книге пророка Осии. Книга пророка Осии возникла во второй половине VIII века до Рождества Христова. Современниками Осии были пророки Амос, чуть, может быть, раньше Михей и Исаия Иерусалимский. Таким образом, пророк жил и служил Богу в те времена, когда зашаталось Северное царство под ударами ассирийцев, и в конце концов это Северное царство погибло, ну и опасность вплотную приступила к стенам Иерусалима. Время таких вот потрясений, когда людям кажется, что Бог отступился от своего народа, что обетования Божьи, которые были даны в Завете, каким-то образом улетучились. При этом надо сказать, что, конечно, отношение к Завету, представление о Завете как таковом в это время в народе Божьем тоже, в общем, были, я бы сказал, довольно туманными. Дальше, смотрите. Книга пророка Осии, по крайней мере, в начальной части явно состоит из отдельных фрагментов, которые выстроены в несколько непонятном, не вполне логичном порядке. И, собственно, что именно здесь рассказывается, да, основная мысль этой книги в начале не так ярко бросается в глаза, и ее в каком-то смысле приходится выуживать из первых трех глав, так сказать, потому что она не вполне очевидна. И вот, если мы обратимся все же, тем не менее, к первой главе, то вот слово, которое было к Осии. И начинается это слово с того, что Бог говорит пророку Осии: «Иди, возьми себе жену блудницы, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Во-первых, для нас необходимо увидеть и в каком-то смысле привыкнуть, что брачные отношения, отношения внутри семьи между мужем и женой, для Священного Писания, для библейской традиции, пророческой в частности, являются привычным, обычным образом отношений людей с Богом. Завет, брак подобен завету, завет похож на брак. Мы увидим еще не только у Осии, но и у других пророков, особенно у Иезекииля, обращение к этому образу. Поэтому блудодеяние земли сей для библейской традиции всегда означает предательство завета. В первую очередь поклонение иным богам, магию и нарушение заповедей этических. И это, в общем, подобно предательству в браке, подобно измене. И вот Господь говорит Осии: иди, женись на женщине далеко не безупречного поведения, возьми себе в жены блудницу, потому что блудодействует земля сия, отступив от Господа. И вот смотрите, в течение его, по крайней мере, первой половины книги всей, вот эта картина становится ключевой для книги пророка Осии. Есть жена, которая предает мужа, изменяя ему направо и налево. Есть Израиль, который предает Бога, изменяя ему направо и налево. И это, в общем, одно и то же. Одно и то же.
Но, понимаете, в конце концов, если женщина, ну, на самом деле, это не важно, женщина или мужчина, один из членов семьи, состоящий в браке, предает другого и блудодействует направо и налево, что из этого должно следовать? Для того времени, обычаев того времени, да и не только того времени, в общем, обычный нормальный ответ, конечно, это, ну, хорошо, зачем же тогда с ним таким жить? Значит, надо разводиться, значит, надо бросить, потому что правды в этом нет, в этом блуде. И это довольно понятная людям вещь. И если там жена или муж изменяют, ну, и это продолжается, и он не хочет ничего прекратить, да, ну как, тут невозможно. Брак становится невозможным, семьи нет. Вот, нету. Она погибла. Это вывод, который делается относительно первой половины картины. Хорошо, а если народ Божий вот так предает Бога и гуляет от него, блудит от него направо и налево, то что, собственно, должен делать Бог в этой ситуации? И первая глава отчетливо говорит: «Не буду больше миловать дома Израилева». Здесь применяются некоторые пророческие имена, которые пророк дает своим детям, рожденным от этой самой блудницы. И в первой главе это не очень понятно, только потом оказывается, что и в самом деле у него была жена весьма предосудительного поведения. И вот назови сына своего не мой народ, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом, говорит Бог. И это естественно, это справедливо, как постоянные длящиеся и непрекращающиеся измены в браке – это предательство, это то, что не может быть исцелено. Ну, свидетельствует о том, что нет семьи, ну нету. Да, так и блудодействие земли Израилевой, вот это все язычество и поклонение чужим богам свидетельствует о том, что нет завета, вы не мой народ, и я не буду вашим богом, и я не буду вашим богом. Понимаете, жизнь в паре, когда один из ее участников все время предает и стремится к этому, она невозможна. Это будет, ну, лицемерием, обманом и большим мучением. И вот Бог через пророка Осию говорит: ну вот так, быть Богом Израиля для меня большое мучение, говорит он, и я не буду вашим Богом, не буду. В то же время, по-видимому, предлагая такое своеобразное резюме или саммари своего дальнейшего текста, здесь пророк Осия говорит о том, что, тем не менее, есть надежда, потому что обетование Божие все равно есть, и будет число сынов Израилевых паче числа песка морского, и соберутся сыны Иудины, сыны Израиля. Вот, собственно, на этом заканчивается первая глава книги пророка Осии. Но что, собственно, имеется в виду, подробности, конкретизация мысли, уточнение того, что Бог открывает пророку, это дело следующих глав.